Спортсмены Славянского района стали участниками всекубанской эстафеты «Спортсмены Кубани» во знаменование победы в Великой Отечественной войне 41-45 годов. Несколько сотен ребят пробежали по главной улице города, чтобы сказать, спортсмены благодарны всем, кто своей жизнью и молодостью заплатил за свободу нашей страны в те страшные 40-е годы прошлого века. Дружным строем от здания электротехнологического техникума около 200 спортсменов, в числе которых учащиеся спортшколы «Триумф», студенты Славянского филиала КубГУ, сельхозтехникума, техникумов экономики и права и электротехнологического, а также молодежь организации «Регион 93» пробежали по улице Красной. Пробег открывала знаменная группа, вслед за которой молодежь несла полотно триколора. Старт пробега был дан перед торжественным митингом, прошедшим на Театральной площади. Своим участием, ребята, вы отдаете дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны. Это наша память. Это то, с чем мы живем эти долгие годы. Много хороших и правильных слов прозвучало на митинге. О том, что нельзя искажать историю, нельзя забывать наше великое прошлое, которое сегодня многие пытаются переписать, преуменьшая подвиг советского народа в борьбе с фашистами. Благодаря постоянной патриотической работе, которая проходит в Славянском районе, сегодняшняя молодежь понимает значимость того, что произошло цветущим майским днем 73 года назад. Тем, что мы живем мирно и занимаемся спортом, мы благодарны это ветеранам. И этот забег мы посвящаем именно им. Мы должны быть всегда благодарны ветеранам, оставшим, и должны помнить их подвиг. Я благодарен нашему государству, что он сделал такое шествие, вечный полк. Я на 9 мая буду в нем участвовать и буду делать все, чтобы моя семья и все жители страны помнили об этом и никогда не забывали. По окончанию митинга все участники акции были приглашены возложить цветы в парк 40-летия Победы к Вечному огню в память о павших в Великой Отечественной войне. Мы всегда будем помнить героические подвиги нашего народа в годы Второй мировой. Навечно останутся в сердцах имена героев, отдавших свою жизнь за наше будущее. Праздничный салют мая 1945 года поставил точку в самой масштабной войне в истории страны. И пусть время отделяет его залпы, подвиг поколения победителей останется основой нашей исторической гордости. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».